В чемпионате примут участие лидеры мужской и женской сборных России Евгений Климов и Денис Корнилов, Ирина Авакумова, Анастасия Баранникова и Софья Тихонова. Вход на соревнования свободный. Добраться до русских горок можно на «Ласточке» или автобусах номер 105 и 135 до станции Эстосадок. Далее по канатной дороге. Услуги подъема по канатной дороге до уровня комплекса также будут предоставляться бесплатно. Трибуны комплекса смогут вместить 6 тысяч зрителей.